Постой! Что ты? Мой час пробил! Вижу эту тварь! Сильный запах мускуса. Рядом. О, мне так неловко, Нэп. Этот кожевник мой муж. Этот запах всегда следует за ним, когда он идет из лагеря. Он на месте? Сейчас нет. Но запах... А при муже он еще сильнее. Не бери в голову. Работа не всегда бывает приятной. Ты прав. Муж много работает, но едва успевает выполнять все заказы. Говорят, Миджаи – превосходные охотники. Если хочешь хорошо заработать, поговори с ним. Он будет рад твоей помощи. Я подумаю. Где его найти? Он в лагере. К северо-западу от Сао. Ближе.
ближайшие дни он будет дубить шкуру. Вот бы найти способ избавиться от этого запаха. Симба, ау! Перхват! Ау! Кто-нибудь! Сюда! На помощь! Серабис! Откуда ты взялся? Прочь! Прочь! Спасибо, странник! Я уж и не ждал, что кто-то придет ко мне на помощь. Этот зверь явно хотел отомстить мне за мое ремесло. Ты кого-то ищешь? Твоя жена сказала, что тебе нужен охотник. Да, да. Спрос большой, а сырья мало. Если добудешь то, что мне нужно, я щедро тебе заплачу. Я знаю, это опасное дело. Что тебе нужно? Добудь уши гиен, крокодильи яйца и черепа грифов. Для чего тебе черепа грифов? Их довольно часто покупают жрицы Исиды. Для украшений. Ну-ка, покажи, что принес. Я еще не дам. Ничего, у меня... Thank you.
Ну-ка, покажи, что принес. Все, о чем ты просил. О, да, так, так. Выглядят прилично. То, что нужно. Возьми. Thank you.
Лучше Ануриса оружие никто не купит. Жаль, я не могу его себе позволить. Видел когда-нибудь змея Сераписа? Копье, что легче пера и острее клыка Себека. Ничего себе история. С таким копьем я наверняка стал бы чемпион. А, змей бога Сераписа. Знаешь, что с ним случилось? В общих чертах. О, это был просто шедевр. Рукоять обернута в грубую кожу, а клинок выкован из небесного металла. Хотел бы я взглянуть. Не выйдет. Я создал его для одного капитана, когда жил в Саисе. Люди Сефету убили его. Потому я и уехал. Сефету? Да, Сефету-поджигатель. Он держит в страхе весь Саис. Его приспешник украл копье с моим клеймом. Ужасно. Ты не можешь его вернуть? Мне это не под силу. Вор служит на триреме Сефету на озере Марьют. Ненавижу воров. Я много путешествую. Встречу его, поищу твое копье. Я буду рад, если ты отомстишь за меня. Справишься, и змей Сераписа будет твоим. Тебе конец, Пинджай! А твой клинок я заберу как трофей! Ах ты! Прощайся с жизнью! Тебе конец! Отстань, глупая птица! На корм червям!
помощь! Сюда! Дерьмо! Прекрасная копье. Видна рука мастера из деревни Сау. Змеи Сераписа — оружие, достойное богов.
Хочешь мне помочь? Сехмет благосклонна к щедрым. Меджай, помоги, я заплачу. Что случилось? Вчера мой дорогой Клавдий поплыл на лодке через озеро осмотреть руины, и он не вернулся. Этим трусам не понять женского горя. Умоляю. Я найду его. Поспеши, я буду здесь. Такой злой! Боги! У меня сейчас... Клавдий! Эй, ты! Эй! Не двигайся! Поговорю с Клавдием и узнаю, что он тут делает. Зачем же ты убил их? Мы ж только познакомились! Клавдий, ты пьян. Да, это я. И нет, я не пьян. Пара пива или, может, десяток. Но... Ладно, пойдем к твоей жене. О, я женат? О, мамочка будет так рада.
Что привело тебя сюда, Клавдий? Я собирался, ну, не могу вспомнить. Приехал сюда из Александрии на праздник. И тут кто-то, не помню, кто-то предложил мне пить всю ночь. Угостил. Ну, хасса такая ползает. А о чем мы говорили? Как ты сюда попал? А, ну да. Я проснулся, а здесь крокодилы повсюду. Слушай, они правда говорят? Египет – волшебная страна древних загадок. С ума сойти. Друзья в городе мне не поверят. Ты вроде говорил что-то про жену. Да, твою. Я не могу понять одного. Откуда у меня жена? Девственник. Ну, мне так кажется. Не желаю это слушать. Обсудишь это с женой. Но ты не понимаешь. Все бабы, которых я хотел. Все, хватит. Извини. Свежий ветер с реки. А вот и ты, любимый. Я так волновалась. Дионис Великий, вспомни. Я сбежал на остров от нее. Она меня опоила, женила и потребовала сбор за девственность. Чью девственность? Теперь иди. Мы с мужем сами разберемся. Нет, 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 не уходи. Меня убьют. Вот что бывает, когда обманываешь женщину. Хорошо, помоги. Плюнь на него. Греки недостойны жалости. Эти псы обобрали нас до нитки. Да, вот так вот. Получи по заслугам. Мои братья! Как ты мог убить моих братьев? Ты должен был помочь мне, а не ему. Спасибо тебе. Ты спас мою жизнь и мои деньги. Отныне осторожнее выбирай, с кем будешь пить. Thank you.
Я возьму на время. Мой недалекий братец чем-то подпер дверь изнутри. С кем это ты там говоришь? Это что, один из них, да? Нет, тупица! Он боится людей Сефету. Но зачем же прятать голову в песок? Я тебе не страус. Это стук копыт? Это они? Беги отсюда! Прошу, они убьют его. Страшно подумать, на что способны сборщики налогов. Сефету меня не послушает. Но я послежу за сборщиками налогов. Может, уговорю их отстать от вас. Дорогу! Эй, шевелитесь! Меня не должны здесь заметить. Конец! Я зажгу огонь! Ты умрешь! Я зажгу огонь! Меня не пустят. Надо проверить. Кажется, за нами наблюдают. Смотрю в оба, не бойся. Что? Твой час. Я зажгу огонь! Come on.
Эй, ты! Стой! Стража держит ухо востро. Thank you.